Я снова приветствую всех из Одессы. У нас продолжается воздушная тревога. Сейчас время 12:49. Напомню, тревога началась в 12:27. И в 12:35 появилась информация на местных телеграм-каналах о взрывах в области. Сообщают о том, что были пуски с акватории Черного моря. И по предварительной информации касательно взрывов в области, это сработало наше ПВО. Но информация предварительная. Напомню, была ситуация, когда была, по-моему, тревога, был взрыв. И тоже сообщили о том, что сработало ПВО. Оказалось, что это был взрыв бытового газа в квартире в одном из районов города. Вот. Но первое, о чем сообщили местные телеграм-каналы, что это сработало ПВО. Также сообщают о том, что над Черным морем летают два вражеских Су-35. Летят в направлении Очаково-Коблево. Тоже возможны пуски ракет. Короче говоря, угроза идет со всех сторон. Поэтому лучше находиться в безопасном месте, в укрытии, для того, чтобы выжить, скажем так. Вот, море сегодня бурное, слишком. В городе пока все тихо, взрывов никаких слышно не было. Также напомню, что изначально тревогу дали по информации о том, что стратегические бомбардировщики Ту-95 осуществили 5 пусков ракет. Ладно, берегите себя, я на связи. До встречи в новых видео. Всем пока.